Здравствуйте! Вы смотрите программу «12 созвездий». Самое главное событие недели – наступление долгожданной весны. Для многих людей это прекрасный повод начать жизнь с чистого листа. Стремление достичь небывалых высот и исполнить мечты. Расположение некоторых планет поможет реализовать часть задуманных планов. Однако, если одним успех сам прыгнет в руки, то другим придется приложить максимум усилий. Каким знаком зодиака повезет больше всего? Его узнаем прямо сейчас. Рожденные на стыке двух сезонов, рыбы отлично приспосабливаются к людям и ситуациям, готовы к компромиссам и умеют жить в гармонии. Как лучше понять характер представителей водной стихии, расскажет астролог Янина Балашова. Рыбы. Под созвездием рыбы люди рождаются с 19 февраля по 20 марта. Их управляющие планеты – Юпитер и Нептун. Удачу приносит лунный камень. Представители знака – творческие, чувствительные и аристократичные. Во многом этому способствует их стихия – вода. Реализуют себя в живописи и музыке. Их увлекают мистические учения и духовный поиск смысла жизни. Рыбы – прирожденные психологи и экстрасенсы. Отлично манипулируют окружающими. Склонность к лени, актерские способности и стремление к риску часто делают их авантюристами. Это мудрые и восприимчивые люди, отзывчивость которых часто приводит к общению с манипуляторами. Хорошо развитая от природы интуиция позволяет рыбам приспособиться к любому общественному порядку, быть своими в любой среде и находить лучшие выходы из затруднительных положений, а также устанавливать деловые связи с неизменной выгодой для себя. Овнам в начале весны астрологи советуют пересмотреть собственные принципы и установки. Обратите внимание на привычки. Некоторые из них мешают добиться успеха. Сейчас от вас потребуется собранность и последовательность в поступках. Такие качества помогут овнам выбиться в лидеры. На данный момент в этом нет ничего невозможного. В общении с любимым человеком будьте аккуратны, следите за словами, не позволяйте резких высказываний и критики. Тельцам на этой неделе следует двигаться к цели маленькими шагами. Напор и агрессия испортят ситуацию. Чтобы не спугнуть удачу, советуйтесь с близкими людьми. Если вопрос касается финансовой сферы, спросите помощи у специалиста. Близнецам на этой неделе нужно держать язык за зубами, не выдавайте чужих тайн и не делитесь подробностями собственной жизни. От спонтанных покупок в этот период лучше отказаться. Требовательность к себе и трудолюбие помогут представителям знака зодиака Рак добиться поставленной цели. Все силы вы направите на работу, это похвально, но не стоит забывать о семье. Выходные обязательно проведите дома вместе с близкими людьми. Львам неделя обещает перспективу в учебе или на работе. Не исключено, что поступит заманчивое предложение, от которого вы не сможете отказаться. Положитесь полностью на интуицию, она вас не обманет. Звезды советуют девам в этот период: не разбрасывайтесь деньгами, держите эмоции под контролем и решайте все вопросы корректно и мягко. В общении с начальством постарайтесь придерживаться нейтральной позиции. Скорее всего, ваша точка зрения правильная, но подождите заявлять о себе. Представителей знака зодиака Весы ждет ответственный жизненный этап. Только от вашего желания, решительности и трудолюбия будут зависеть полученные результаты. Впереди масса благоприятных возможностей для успеха, но даже малейшие достижения потребуют серьезных усилий.
Неделя будет полна сюрпризов и неожиданностей. Скорпионов, чья профессиональная деятельность связана с творчеством, ждет небывалый успех. На карьерный рост могут рассчитывать юристы и финансисты. Всем остальным звезды советуют отказаться от активных шагов. Если есть такая возможность, стоит даже взять отпуск. Особых побед ждать не приходится, поэтому лучше потратить время на себя. Кстати, лучше отдохнуть подальше от города. Смена обстановки поможет снять стресс. В ближайшие дни стрельцам стоит немного замедлить темп. Неторопливые, продуманные действия помогут добиться желаемого. Близкие друзья и знакомые будут остро нуждаться в вашей заботе. Вы поймете, как нужны окружающим, и ощущение востребованности даст вам мощный жизненный стимул. Мечты сбываются. Самое приятное в том, что суетиться и перенапрягаться ради движения к успеху козерогам не придется. Вы наконец-то увидите результаты многолетнего упорного труда. В личной жизни проблем не будет, но звезды советуют больше времени проводить с любимым человеком. Для водолеев эта неделя открывает неограниченные возможности. Вы получите прямой доступ к нужной информации, которую необходимо использовать грамотно. Также звезды обещают интересные встречи. Только при первом знакомстве не раскрывайте все карты. Меньше говорите, больше слушайте. И не спешите высказывать свое мнение по тому или иному вопросу. Приятные неожиданности будут сопровождать представителей знака зодиака Рыбы во всех жизненных сферах – и в работе, и в общении, и в любви. Окружающим может показаться, что у Рыб началась полоса везения, но на самом деле все достижения – это следствие трудолюбия и рассудительности. Чтобы неделя прошла результативно, принимая решения, доверьтесь интуиции. Вот такую неделю обещают нам астрологи. Встречайте весну вместе с программой «12 созвездий». С вами была Наталья Буслаева. До новых встреч и будьте счастливы!